Затормозил, а впереди идущий трамвайный вагон. Сегодня днем один трамвай протаранил другой. Все произошло под железнодорожным мостом на улице Копылова. Происшествие вызвало большое скопление электротранспорта, а пассажирам пришлось выбирать другие средства передвижения. Подробности в репортаже Альбины Минибаевой. Колонна пустых трамваев только увеличивается, когда все смогут тронуться. Никому не ясна причина вот в этих двух вагонах. Под железнодорожным мостом водитель одного не рассчитал и врезался сзади в другой. А он вас догнал, получается, да? А свою вину признает? Кондуктор трамвая первого маршрута рассказала, что ехали спокойно, как всегда, не останавливались. Вдруг сильный удар сзади. Говорит, сначала не поняли, что произошло, только выйдя на улицу, увидели. Их сзади протаранил вагон шестого маршрута. Благо, в аварии никто не пострадал. Рассказать свое видение ситуации водитель второго трамвая не захотел. Стоимость ущерба еще предстоит оценить. Вероятно, он будет немаленьким, учитывая, что каждый трамвай стоит не 1 миллион рублей. К этому еще прибавится ущерб от простой электротранспорта. Альбина Минибаева, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов. Вызов 112.